Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В настоящий день заключения всех великих празднеств в честь и славу святоносного воскресения Христова, православного, преславного вознесения Его на небо и ниспослания от Отца Пресвятаго Духа на апостолов, Святая Церковь торжествует память всех святых от века, благоугодивших Богу и прославленных Богом, уже торжествующих на небе великую победу победителя смерти и ада, нашего Спасителя. Это благословенный плод страданий, смерти и воскресения, воплотившегося для спасения нашего Сына Божия. Это благодатные плоды пришествия Всесвятаго Духа Божия и пребывания Его в Церкви Христовой. Это первенцы искупленного кровью Христовою и обновленного благодатью Духа Божия человечества, приведенные Богу Отцу Иисусом Христом. Воистину, достойное заключение целого ряда великих торжеств церковных. Какое чудное зрелище представляется нам, братья, этот великий собор святых Божьих человеков! Каким дивным светом веры и упования, какими многообразными добродетелями, какими дивными подвигами любви и самоотвержения сияют они, как звезды на тверди церковной. Вот лик святых патриархов и праотцев, которые, веруя божественным обетованием о пришествии в мир Искупителя и живою верою издалече видевшие его, жили на земле, как странники и пришельцы. Вот лик святых пророков, которые, предвозвещая пришествие Христова, обличали пороки и нечестие народа своего, побуждали его уготовляться покаянием к сретению грядущего в мир Господа, грозили судом и казнями от Бога нераскаянным, и зато терпели поношение, гонение и страдания от современников. Вот лик святых апостолов, которые, оставив все, последовали за Христом, и среди искушений, гонений и страданий проповедовали в мире Евангелие Христово, которые, просветив и облагодетельствовав весь мир своей проповедью, сами терпели скорби и лишения, болезни и страдания, мучения и смерть. Вот лик святых мучеников, которые за исповедание имени Христова, за верное исполнение заповедей Божьих терпели многообразные истязания, жесточайшие страдания и муки. Вот лик святых пастырей и святителей, которые словом и делом, учением и жизнью поучали и поучают живой вере во Христа и благочестивой жизни, которые своими богомудрыми писаниями, учениями истолковали Слово Божие, а своей ревностью по вере и своими подвигами против полчищ еретических утвердили истину православного учения Святой Церкви, которые полагали души свои за паству свою. Вот лик преподобных мужей и жен, которые в пустынях скитались, в горах и вертепах, и в пропастях земных, своими чудными подвигами и добродетелями показали, до какой равноангельской жизни совершенство духовного может возвести человека живая вера в Господа Иисуса Христа и благодать Духа Божия. Вот лик святых проповедников, праведников, которые, и живя среди мира, были не от мира сего, и жили не по духу мира, а среди молвы и попечений житейских, соделали душу и сердце свое чистою и святою обителю Духа Божия. Тем, убо, только имущие облежат нас облак свидетелей, терпением да течем на приближающий нам подвиг. Для сего именно и торжествует Святая Церковь память всех святых, чтобы мы подражали вере и жизни их на земле, усвоили себе их святые обычаи и нравы, их образ мысли и чувствований, их все дела и поступки, их непреклонную твердость в исполнении заповедей Божьих, их святой ревности к охранению и очищению себя от всякой скверны плоти и духа, слезами покаяния и умиления, молитвенными подвигами и трудами. Нам, братья, Отец Небесный, можно сказать, снисходительнее, нежели к избранным и другим,
и другом своим. От кого из нас он требует таких жертв, каких требовал от апостолов и пророков? Кого подвергает таким истязаниям и мукам, какими подвергались святые мученики? От кого требует тех чрезвычайных подвигов, которые были плодом горячей любви к Богу, преподобных отцов, ревновавших исполнить по всей силе евангельскую заповедь самоотвержения? Через несколько времени и мы явимся в мир духов, среди отшедших от нас праотцев и отцов наших. Как показаться нам тогда пред лицем православных, прославленных Богом праведников, если окажемся по жизни, по делам своим недостойными их святого сообщества? Разве и мы, скажут они в обличении нам, разве и мы не были подобострастными вам человеками? Разве не подвергались многообразным соблазнам и искушениям? Разве и вам не подана была благодать Божия и вся божественная сила к жизни и благочестию? От кого из вас закрыто было Слово Божие, могущее умудрить каждого во спасении, так обличать и посрамлять нашу леность и наше небрежение о вечной участи души своей, и сделаемся мы безответными пред судом правды Божией? Пока находимся на пути, будем подобляться им благочестию, благоговейной жизнью в страхе Божьем. Обратимся к самим себе и сравним свою жизнь с дивными подвигами святых. Конечно, среди нас ведает Господь сущая своя, знает избранных своих, угождающих Ему жизнью святою и праведную. Но можем ли скрыть от себя, что число избранных ныне крайне мало, и день ото дня сокращается? Где отцы святые? Жаловался в свое время преподобный Ефрем Сирин на оскудение подвигов благочестия. Где бодрственные, где смиренные, кроткие, безмолвные, воздержанные? Где богобоязненные, нестяжательные, сокрушенные, благоугодные Богу, которые в чистой молитве предстояли пред Богом, как ангелы Божии, орошая землю сладкими слезами умиления? Нет ныне между нами их добродетели, нет их подвижничества, нет ныне между нами их воздержания, нет их благочестия, нет любви к Богу, сострадательности к братьям нашим. Но все мы жестоки, горды, ненавистны. Все ищем чести, все любим славу, все любостяжательны, строптивы, пустословию готовы, а на молитву ленивы. При воспоминании святых Божьих да ободрится дух наш и устремится вслед их по силам нашим. Все святые обложены были той же немощной плотью, как и мы. Теми же окружены были искушениями, как и мы. Тем же нередко подвергались преткновениям, как и мы. Но все сие преодолели, препобедили силою доброй воли, более же силою благодати Божьей. В светлом солнце святых Божьих мы зрим угодивших Богу во всяком звании и состоянии, во всяком возрасте и поле. Есть спасшиеся в трудных подвигах апостольства, мученичества, пустынножительства, но есть угодившие Богу и среди мира, среди семейной жизни, среди обычных занятий житейских. Есть сонмы святых и такие, которые были прежде великими грешниками, но и они спаслись и угодили Богу верою, покаянием и долготерпением. Всякий да изберет себе из лика святых образец для подражания по своему состоянию и званию, по своему полу и возрасту, и, идя верно по стопам его, верно угодит Богу и обретет спасение и Царство Небесное. И же будет получить всем нам благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа и молитвами всех святых. Аминь.